начал еще в середине первого периода в большинстве играть авангард. Все тревожно для подопечных Емелина. Паршин. Пережогин. Передача в центр. Бросок. Выходит вперед авангард. И снова Соин может там даже не присаживаться, а сразу выходить на лед. Фантастика просто. И вновь изумительная передача. Сначала Соботка на Пережогина, и вот он. Пережогин на Юнуса Анелева. Анелев забрасывает первую шайбу в континентальной хоккейной лиге.